Сейчас во многих домах есть 4К телевизоры, но вот смотреть в таком высоком разрешении особо-то и нечего. Тогда почему бы не создавать этот контент самому? Относительно доступных видеокамер с поддержкой 4К на рынке не так уж и много, а карманных камкордеров и подавно. У компании Panasonic есть очень смелая и функциональная камера HCWX970, которая может порадовать не только качественным видеорядом в сверхвысоком разрешении, но и необычными дополнительными возможностями. Мне нравится, как выглядит эта камера. В отличие от большинства похожих камкордеров, этот выглядит стильно и вроде как немного даже агрессивно. Не в последнюю очередь за счет массива прорезей для встроенного микрофона и красной окантовки вокруг объектива Leica, что как бы подразумевает его исключительную крутость. Сам объектив порадует 20-кратным оптическим зумом, что дополняется 25-кратным цифровым увеличением при записи 4К видео и 40-кратным, если включить привычный формат Full HD. Для такого камкордера совсем не нужен штатив за счет гибридной 5-осевой стабилизации, которая, к слову, работает очень эффективно. С ней все снятые вам видео будут плавными и четкими. И даже 1 января с самого утра камера выдаст четкий и недрожащий кадр. Если вы понимаете, о чем я. Огромный плюс этого объектива кроется в том, что он светосильный со значением диафрагмы от f1.8 до f3.6. Это примерно вдвое светлее, чем то, что могут предложить другие похожие камкордеры. За счет этого можно снимать в сумерках и темноте, в то время как с другой камерой ничего бы вообще не получилось. Что касается сенсора, то здесь он стоит типа MOS с обратной засветкой довольно большого физического размера 1/2 дюйма с разрешением почти 19 мегапикселей. Видео записывается в 4К размере, что вчетверо превышает привычный нам формат Full HD. При таком разрешении стало возможным выбирать любой стоп-кадр из видеоряда и получать отличное фото. При съемке детей и домашних животных это будет как нельзя кстати. Но вам ничего не мешает снимать ваш крупный рогатый скот, ну если у вас хобби такое, что поделать. Изюминка Panasonic HCWX970 второй объектив, установленный прямо на поворотном 3-дюймовом сенсорном дисплее. Мало того, и сам объектив тоже поворотный, с углом наклона по вертикали плюс-минус 20 градусов и по горизонтали 270 градусов. Он предназначен для записи видео самого себя в виде картинки в картинке поверх основного видео. Разрешение MOS матрицы дополнительной камеры 5 мегапикселей, при этом объектив довольно светосильный, с диафрагмой 2.2. Да кто вообще покупает камеры без возможности снимать себя любимого? Пустая трата денег! Такой режим съемки позволит вам запечатлеть не только эмоции снимаемого объекта, но и свою реакцию на происходящее. Как мне кажется, такие видео будет интересно пересматривать спустя время. Например, если вы снимали своего маленького ребенка, он потом подрос и хочет посмотреть на видео как на маленького себя, так и на молодых родителей за кадром. На всякий случай можно включить режим одновременной съемки картинка в картинке и резервной записи только с основной камеры. А еще эта малышка очень круто пишет звук в формате 5.1 и с шумоподавлением. И, кстати, эта сцена была полностью записана именно на нее. Если же вам и этого мало, то можете подключить свой смартфон по Wi-Fi вместо камеры на дисплее и вообще снимать бэкстейдж со стороны. Тут даже NFC есть, чтобы быстро и легко законнектить камеру со смартфоном. В общем, креативить не перекреативить. Наверное, у вас получалось снимать видео против солнца, когда лицо получается темное, а фон пересвеченный. Бороться с этой бедой поможет функция HDR. С ней все области в кадре будут правильно проработаны. Еще одна необычная фича сделана специально для тех, у кого вечно горизонт завален. Как вы могли догадаться, камера сама равняет картинку, и все линии у вас будут прямыми в кадре. Panasonic HCWX970 – это относительно доступный карманный камкордер, который позволяет вести запись качественного 4К видео, даже если вы совсем не разбираетесь в настройках. Плюс ко всему, это еще и фотокамера, в которой каждая секунда видео – это 25 полноразмерных фотографий. А функции Twin Camera и Level Shot позволят реализовать весь ваш творческий потенциал. Подписывайтесь на канал Comfy, ставьте лайк и гоу снимать видеоблоги. YouTube ждет!